биться по кикбоксингу. Мы помним, например, его поединок на финале турнира ТНАС с Жероном Лебанером. Да, где он пропустил жесткий удар ногой в печень. И в итоге был вынужден признать свое Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Это был бросок. Или удар все-таки. Справа, по-моему, попал. Да. По-моему, он очень и выбил плечо, такое ощущение, Мондрагон. Или нет? Сможет здесь? Уже Сло как раз свой вот этот правый-то и отрабатывал на разминке. И Мондрагон сейчас пятится назад. Вот очень коварный у него, да, корявый удар. Падает Мондрагон после левого бокового. Да. Слава говорил о том, что здесь не хочется придумывать никакого бокса. Здесь можно просто классно и весело зарубиться. Да, и именно этим и занимается Вячеслав Дацик. Все, остановка – это победа Вячеслава Дацика в первом раунде. Да, ну и нужна, конечно, Жерониму помощь.